Повышение производительности труда – один из современных трендов российской промышленности. В этом году в соответствии с поручением президента Владимира Путина была разработана соответствующая приоритетная программа. Ее цель заключается в повышении производительности труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%. Ульяновская область не останется в стороне от ее реализации. Региональная программа повышения производительности труда уже разработана и рассмотрена на заседании правительства. Будут направлены денежные средства на модернизацию самих предприятий, и мы ожидаем, что производительность труда на этих предприятиях первый год реализации программ повысится на 5%, и в последующие 2-3 года будет на 15-30% соответственно. Программа разделена на три блока. Модернизация промышленности, в первую очередь машиностроение, это лишь первая часть. Обучение работников, улучшение управления персоналом на предприятиях, комплексное решение проблем занятости – это другие блоки программ. И определенные успехи в этих направлениях уже достигнуты. Ну, все, что касается безработицы, мы продолжаем уверенно удерживать самые низкие показатели как на уровне Приволжского федерального округа, так и на уровне Российской Федерации. На многих предприятиях найден подход к решению других проблем. Одно из таких производств – завод металлоконструкции. На нем выпускают дорожные, мостовые ограждения, опоры, вышки сотовой связи и другие металлические конструкции. Продукция пользуется спросом далеко за пределами области и страны. Успех предприятия во многом связан с большим вниманием к постоянному повышению производительности труда. Любое оборудование, которое мы внедряем, в дальнейшем происходит его модернизация, доработка, адаптация к нашим условиям. Кроме того, кроме самого оборудования, мы занимаемся и доработка, если можно так сказать, технологических процессов. Одновременно с модернизацией техники происходит обучение и переобучение сотрудников, работающих на ней. Это тоже один из важных пунктов повышения производительности труда. Именно такие принципы работы будут внедряться на других предприятиях, которые попадут в региональную программу. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.